Ну что, дорогие мои, соскучились? С вами Ярославна и рубрика «Бутербродик». Я люблю, когда ко мне приходят гости. А вы? Мне нравится просто так встречаться с друзьями, поболтать о всяких пустяках, посоветоваться, поделиться маленькими радостями. И непременно в таких случаях я накрываю стол. Очень приятно угостить близких своими кулинарными шедеврами. А они любят есть то, что у меня получается. Особенно им нравится, когда я экспериментирую на кухне и предлагаю им нестандартные решения. В недавнюю нашу встречу я готовила для них канапе. Они получились яркими, красивыми, достаточно сытными и вкусными. Друзьям очень понравились эти бутербродики. Они попросили их впредь готовить. Надеюсь, вам они тоже придутся по вкусу. Для вкусных канапешек нам понадобится хлеб, вареные яйца, ветчина, огурец и майонез. Этап номер один. Берем яйца, очищаем, отделяем белок от желтка и натираем на мелкой терочке. В одну емкость желток, а в другую белок. В белок добавляем соли и немножко майонеза. Этап номер два. Теперь наша задача заключается в том, чтобы нарезать ветчину тонкими ломтиками. Это непросто. Этап номер три. Подготавливаем батон. Хлебушек отправляем немножко пошкварчать. Пока хлеб поспевает, нарежем весенний привет, то есть огурчик. Гренки готовы. И теперь сверху на них мы выкладываем огурчик. Теперь берем ветчину и наполняем ее подготовленным белком. Тут главное не переборщить. На ветчину с торцов намазываем немножко майонеза. Торцы обмакиваем в желтке. Ветчину насаживаем на шпажку и эту шапочку отправляем на бутерброд. Готовьте канапе непосредственно перед подачей, чтобы не утратить их прекрасный вид, и приятного аппетита!